вы сейчас вообще стоите что, под Киевом близко, нет? Так же 30 км? Не, мы тут же, ну, маленько назад даже откатились. Потому что там уже не увозили, там все сгорело, уже снарядами дали. Все загорелось, поле мы оттуда свалили. Вчера опять раз долбанули, все загорелось, давай сука. Тушить технику. Сука, блядь, они везде, конечно, там. Вообще не суйтесь нахер в деревне, они же тоже все... Все говорят, что что-то, кого не ловят наши. Вот, они все какие-то обдолбаны, пальцы ломают, там они сидят, как будто подготовлены, даже не чувствуют. Но они же, видишь, это как бандеры, раньше как были в войну. Но? Бандеры, дедушки наши, деды, которые добивали их, и все, блядь, недобитки. Сука, они там ходят, они, говорят, еще жестче, чем фашисты. Ну. Вещей через спортивный комплекс проходили мародерить. Но? Вещей, себе адидасские кроссовки, ты взялся. Лакост, парфюм. Там, короче, коттеджный поселок, один дом, короче, он, ну, не дешевле 15 миллионов стоит. Ну-ну-ну. Короче, все это брошено в дом, зашли, я себе ноутбук забрал, два айфона забрал, все зарядки, короче, там, духи, ну, вещи, там. Ты вот тоже так не греши, Бог-то все видит, знаешь. Не надо, тоже ну, чересчур-то. Да нет, все, сейчас не ходим уже, все деревни вокруг заминировали, нашего не поверили. Наши заминировали деревню вокруг, чтобы к нам не подходили. Наши же сами пошли, короче, в деревню мародерить, короче, и сами же на растяжку подорвались. Ну, ноги там, короче, осколки просто прилетело. Ну, не жестко, но жить будут, но это все равно.